Добрый день, уважаемые подписчики канала Мультимедиа Лаборатория. В сегодняшнем обзоре у нас вот такой джип Чероки. Соответственно, обзор. На самом деле лабораторная работа больше, чем обзор. Человек устанавливали человеку магнитолу вот такую. То есть данный обзор касается только джипов Чероки, у которых вот переносится вот такая нижняя часть. То есть ни у одного человека были жалобы на то, что на нелинейную регулировку температуры в климат-контроле. То есть добавляешь градус, магнитола добавляет 2, либо наоборот, добавляешь 2, магнитола добавляет 0,5 градуса. Долго не могли докопаться до причины, пока не выяснили, что датчик температуры у данной магнитолы наши китайские партнеры вынесли вот сюда. То есть вместо микрофона стоит вот такой вот температурный датчик. Соответственно, через вот такую маленькую дырочку данных никаких о температуре в салоне этот датчик не получал. По-хорошему вообще, ну, в других вот в Hyundai'ях делается воздухозаборник, ставится кулер, который обдувает этот датчик, соответственно, воздухом, который забирается из салона. Ну, мы не стали сильно заморачиваться, сделали отверстие вот в воздухозаборнике, который дует в салон. Соответственно, вынесли этот датчик туда. Пару человек поездили и сказали, что ситуация кардинально изменилась. То есть вот этот вот датчик, и, соответственно, сверлится отверстие, выносится вот сюда, обдувается, получается, он воздухом, который дует из кондиционера, но тем не менее меняет ситуацию. В последующих своих установках мы, конечно, будем делать, мы сделаем здесь воздухозаборник, там, где микрофонное отверстие, возможно, поставим кулер, который будет это обдувать, и температура будет более правильной. Но на сегодняшний день, то есть вот эта ситуация позволила сделать работу данного устройства гораздо более стабильной в плане регулировки климата. Вот такой вот короткий обзор, не гламурный, не про то, как красиво стоит устройство и как оно отлично оживляет интерьер, а обзор о том, как решать проблемы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам чем-то данный обзор помог.